как он внимательно прорабатывает волосы, как он внимательно прорабатывает эти вуали на голове. Это привет от эпохи Возрождения, конечно. Как прописаны пальцы, сразу вспоминаешь длинные пальцы Боттичелли. Дальше. Кики, та самая Кики, о которой я говорила. Она была очень интересна тем, что ее выгнали из дома в 12 лет, и она сама пробивала себе дорогу. Но при том, что, так сказать, вот так судьба к ней была немилосердна, и как бы все было к тому, чтобы она стала зарабатывать своим собственным телом, она сама себе придумала, что она будет человеком искусства, она будет позировать художником, фотографом, и она будет выбирать себе партнера, а не продавать себя, да? И один из ее возлюбленных художников ей предложил, однажды услышал, как она, когда она принимала душ, она вдруг начала петь. И он, значит, к ней ворвался туда и сказал: слушай, ты ж певица, у тебя же замечательный голос. И лучший, так сказать, в ротонде был трюк, после чего Леонард не мог не пригласить ее в качестве натурщицы. Она по лестнице спускалась, там была такая винтовая лестница, она спускалась, исполняя какую-то песню. На верхней ступеньке лестницы она снимала шляпку. Пока она опускалась до низу, она оставалась только в туфельках на высоком каблуке. Это был такой коронный трюк с песни. И она пользовалась бешеной популярностью у всех художников, которые жили на Монпарнасе. Дальше. Эти ню пользовались у публики шаленым совершенно успехом. Особенно если учитывать, что у него были две темы, которых он обожал и, так сказать, всю жизнь придерживался. Это женщины и кошки. В 1918 году он проводит первую в своей жизни выставку в Париже. И Париж им околдован. Происходит беспрецедентная история, которой не может похвастаться никто, даже Пикассо. Все работы до единой с выставки были проданы. Причем за сумасшедшие деньги. И он, как говорится, в один момент, он был просто богатым сыном японских богатых родителей. А тут он в одну секунду по щелчку становится невероятно богатым человеком. Ну и как все богатые мужчины, догадайтесь, одно покупки, куда он начинает тратить эти деньги. Давай дальше. Да, он старается произвести на женщин впечатление. Значит, первая женщина, на которую он положил глаз и не случайно попросила, ее зовут Фернанда. Она сама по себе художница, модель, высокая блондинка, у нее по пояс. Красивая красавица Фернанда, голубоглазая. И когда их знакомят Пикассо в ротонде, но все уже знали про историю с Модильяни и говорят, что Фуджетто не так прост, как может показаться, ты к нему присмотрись, но она так повела плечиком, ну, такой карапузик японский, боже мой. Для того, чтобы произвести на нее впечатление, он всю ночь вышивает синий корсаж. Девочки, что такое корсаж? Потому что не все мужчины знают, что это такое. Кто знает, что такое корсаж? Кто-то знает, что это? Вот. Ну да, вот этот пояс, да. Значит, это пояс на твердом таком материале. Да. Вот. Антоша, молодец. Он ей на синем фоне корсажа сделал такую изумительную вышивку, что на этот корсаж спокойно нельзя было смотреть. Он за ночь вышел, любимая женщина. И приехал утром в шикарном Кадиллаке в открытом. Я уже не говорю о художниках. В Париже в то время, 1918 год, никто не ездил на таких машинах. Он подъехал в шикарной машине и преподнес ей корсаж.
Через 2 недели она вышла за него замуж. Вау! Потому что выдержать было невозможно этого красавца метр с кепкой, да, в круглых очках, в серьгах. То есть он был, конечно, экзотика, но при этом в связи с тем, что он был невероятно вежлив, очень, то есть для него дружба это было священное понятие. Поэтому его обожали в этих кругах, обожали натурщиц. Он, так сказать, всем им был дорог, близок, интересен. Дальше. Ну вот опять Фернандо замечательная, которую он рисовал бесконечно. Дальше. Она же, да, Сина? Да, да. Он великолепно изображает котов. Значит, все дамы высшего света считались, ну, то есть у них просто было даже соревнование такое, что как у тебя нет еще фуджита, ты с ума сошла, это все равно, что у тебя нет там норкового манто. Совершенно невозможно. Дальше. Он смотрит картины импрессионистов, например, любительницу абсента Дега, и делает на свой лад. Он изображает свою Фернанду перед бокалом красного вина. И она что-то кому-то пишет. Вы понимаете, насколько он через себя переплавляет импрессионизм и как это по-другому получается? Дальше. Это Кики, которая позирует ему вот с котами не случайно, потому что их общие друзья-галеристы хотели длинную картину, перед которой у входа в галерею будет, так сказать, массовое помешательство. Он сделал кики с котами. Так оно и было. И каждое его произведение продавалось за очень хорошие деньги. В отличие от всех своих друзей, вот что удивительно и странно, считается, что самый богатый художник в мире – это Пабло Пикассо, потому что он был невероятно работоспособен, он бесконечное количество работ делал, и они у него хорошо продавались, потому что галеристы и коллекционеры его рано заметили, но даже он завидовал, потому что вот эти котики и женщины, они били все рекорды продаваемости. Она все равно материально был очень-очень беден. Почему же он ему никак не помог? Это, может быть... Нет, он мог ему помогать что они, так сказать, Модильяне мог там есть и пить. Благодаря фуджита они выехали вместе со своими дамами на юг. Это была идея посетить юг Франции. Там были, значит, такие выезды богатых людей, отдых. И Фуджита сказал, что ну наверняка на отдыхе, где хочется тратить деньги, наши картины будут хорошо продаваться. Но картины Модильяне еще никто не понимал. А котики и ню Фуджиты все понимали и раскупали как бешеные. Поэтому Фуджита приехал на следующей новой машине. Но они жили за деньги Фуджиты. То есть он платил за жилье, за гостиницу, он платил за еду. И они лето провели за деньги Фуджиты. Дальше. У него начинается такой период, когда он изображает то ли детей, то ли фей, то ли каких-то иллюстративных сказочных персонажей. Ему нравится изображать таких эфирные создания, которые, с одной стороны, абсолютно не имеют никакого отношения к реальным женщинам, а с другой стороны, благодаря Фуджита родилось целое направление японской культуры. Вы его все знаете. Что это за направление? Аниме. Конечно. То есть, это глядя на его работы, современные художники стали создавать вот этот мир, более простой, более такой анимационный, глядя на эти работы. Дальше. Опять женщина и кошка. Дальше.
И вот такие бесконечные, такие сцены, где две подруги, полевые цветы, бабочки, все это умилительно, нежно, очаровательно. Были критики, которые говорили про то, что, конечно, Фуджита не кичевый художник, но он кэмповый художник. Теперь я вам объясню, что эти слова значат. Кич, я думаю, что это слово знакомо многим из вас. Что такое кич? Вот как объяснить слово кич? Ну, кич? Пломба, пломба. Пока звук, бравада. Нет, нет, нет. Это массовое искусство. Вот у нас когда-то было, помните, в картинах знаменитых гайдаевских, девушки с лебедями. А, да, да, да. Вот это котики-копилки. Это кич. Это массовое искусство. Это то, что нравится народу. Да? Но только нашему народу это девушки с лебедями и котики, да, копилки. А французскому народу это обнаженные женщины или вот такие вот персонажи, которые очень хорошо вписываются в интерьер. Но есть понятие, то есть он, почему критики говорили, что он не кичевый, но кэмповый. Кэмп – это такая эстетизирующая часть общества, которая выбирает для себя изображение невероятно такого элегантного свойства. Так называемая интерьерная живопись, которая в любом особняке, в любом пространстве будет как своя родная. И которая является в большой степени искусством салона. Что такое салон? Это такая слащавая живопись. Вот женщины и котики – это слащавая живопись. И тут проявляется двоякость. Давай дальше еще посмотрим другие картинки. Вот очень много детей, которые с котами, которые с розами. Ну, вы понимаете, что это живопись, которая очень напоминает такие вот открытки, умилительные, да?